Всем моим подписчикам огромный привет! Планировала вчера с вами поделиться новым кликером и инвестом 2 в одном, но отрубилась. Вот. В фан-инвесте собираю свои бонусы. Помните, да, я сюда 144 закинула, в телегу писала. Вот. И удвоенный сейчас бонус, в общем-то, у всех. Вот, жду вывод и второй тоже. Поэтому сегодня с утра пораньше я вам показываю новый. Это и инвест, и кликер. То же самое, как тот фонд, как осенний, который, кажется, уже все сказал, до свидания. Но здесь ставка 5% в день. То есть, если в другом предыдущем кликере понизили до 4, то здесь 5. У меня еще 20 копеек в сутки, это только бонусы. Ну что, давайте по порядку. Ну, в принципе, такая же система, как в остальных. Видите, у меня уже к выводу 2 копейки капнули. Ну ладно, что мы должны сделать? Ну, конечно, для вывода нужно нажать кнопку «Кабинет», свой номер телефона ввести по вот этой инструкции. Ну, для того, чтобы выводы были, считайте, автоматически. Вот вывод у нас от 25 рублей написано. Тоже хорошо. С учетом того, что здесь есть бонусы. Кстати, работает третий день. В первый день не успела зайти, не знала. Никто со мной не поделился ссылочкой. Классная ответственность перекинула. Вот, и здесь, естественно, есть чат. Вы знаете, что для меня это отдельный пунктик. Мне важно, чтобы был чат, чтобы была связь с админом. И я сейчас покажу, как нужно здесь делать. Смотрите, через вот эту палочку, слышь, что ли, называется. Пишем старт. Видите, здесь есть либо слева инвест, либо кликер. Кликер. Здесь нужно собирать алмазы и прокачивать удочку или что это тут. Ну, вы поняли, как и во всех других, которые я показывал. А, нет, здесь удача, везде удочка, а тут удача. У меня 12 алмазов, но я ничего не вкладывал. Наверное, у вас тоже. Вот, и это хорошо. Вот, спасибо отдельное, кстати, сразу за тем, кто переходит вместе со мной в боты и кликеры, а потом пишет личку, что удалось заработать с вложениями или без. Вот, в общем, у меня 100. Накопилось 100 алмазов, это 1 копейка. То есть 1000 это 10 копеек. Вот, 10 тысяч алмазов это рубль. Правильно? Правильно. Но алмазы, и, то есть сами клики, я не прокачиваю. Видите, кнопочка назад, и я захожу в инвест. Мне гораздо проще просто собирать бонус. Это я на осеннем кликере поняла. То есть, что я буду сидеть, вот это тыкать в экран. С тем же успехом я могу просто каждый час собирать бонус. И больше ничего не делать и ждать, когда у меня накопится 25 на вывод. Но что я могу еще все-таки сделать? Заходим в группу, подписываемся. И тадам, за подписку 7 рублей. Видите, заходим. То есть мы сейчас можем эти 7 рублей инвестировать. Нажимаю кнопочку вот эту назад, попадаю в инвест. И нажимаю инвестировать. Вот. И это тоже еще не все, потому что опускаю вниз и нажимаю лайк на какой-то постик. Что мы видим? 3 рубля за лайк. Снова сейчас, ну хотя можно это было смахнуть, но ладно. Снова лайк и снова 3 рубля. Таким образом я пролайкаю, есть такое слово, все эти посты и собираю еще 9 рублей. И вот у меня уже к выводу 3 копейки, инвестирую еще вот эти собранные 9, и у меня инвестировано 20 рублей. Не вкладывая ничего, и мой заработок в день составляет сейчас 1 рубль, при том, что я каждый час собираю еще один бонус в 1 рубль и опять инвестирую. То есть с каждым часом этот заработок в день увеличивается, и при этом еще можно пригласить друзей, за каждого получить по 5 рублей. Вы можете либо прокачивать удачу, собирать алмазы, ну либо, как я, вообще не париться, ничего не кликать и чисто собирать бонусы и инвестировать. Ссылочка в комментариях.